В преддверии одного из главных мусульманских праздников Ораза-Байрам его проведение в условиях пандемии стало главной темой заседания оперативного штаба, которое провел глава Кашхабского района Заур Хамирзов. В вопросе сохранения жизни и здоровья людей путем празднования священного для всех мусульман праздника в иных условиях, чем обычно, а именно в кругу семьи, с нами солидарны не только представители духовенства и общественности района, но и Духовное управление мусульман Республики и Краснодарского края. Надеемся, в этом мы найдем понимание и у наших земляков. Наша главная с вами задача сегодня – выработать четкий алгоритм взаимодействия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Начав заседание с этих слов, Заур Хамирзов заслушал соответствующие отчеты и предложения членов оперативного штаба. Вместе с заместителями главы района, руководством правоохранительных органов, главами сельских поселений, членами оперштаба в обсуждении и планировании проведения празднования Ораза-Байрам в режиме видеоконференции участвовали и эфенди района, и руководители общественных организаций. Вновь было вынесено решение о формировании постов у кладбища района, усиленном патрулировании мест массового пребывания людей представителями МВД и добровольцев народных дружин, главами и специалистами сельских поселений. Проведение праздничных коллективных молитв в мечетях в этот день также будет отменено. Особое внимание присутствующих было уделено информированию о принятых мерах гостей района. Также члены оперативного штаба обсудили вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки в районе, реализацию на территории муниципалитета мер господдержки граждан, объектов малого и среднего предпринимательства в период эпидемии коронавируса, внедрение соответствующих стандартов в работу объектов торговли и бизнеса. Председатель оперативного штаба отметил, что в случае малейшего нарушения рекомендаций и требований Роспотребнадзора деятельность любого объекта будет приостановлена и будут приняты меры, соответствующие режиму повышенной готовности.